период с 28 мая по 2 июня на территории обслуживания УМВД России по Сергиево-Посадскому району зарегистрировано 51 преступление и сообщение о них. Составлено 950 административных протоколов. Из них 86 за распитие алкогольной продукции в общественных местах, 10 за уклонение от исполнения административного наказания и 21 за курение в общественных местах. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции раскрыли кражу мобильного телефона. В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что в одном из магазинов, расположенных на улице Кирпичная, неизвестный совершил кражу мобильного телефона. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний местный житель. По данному факту, следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники штаба УМВД России по Сергиево-Посадскому району провели акцию «Госуслуги без проблем», направленную на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде. Гражданам рассказали о преимуществах пользования порталом госуслуг и о наиболее распространенных услугах, оказываемых УМВД. В городском парке полицейские раздали гражданам информационные буклеты с информацией о предоставлении государственных услуг и подробно рассказали о том, как зарегистрироваться на сайте www.госуслуги.ру.